Виталий и Ксения Мироновы – художники, отец и дочь, творческая династия. Они постоянные участники цикла выставок художников и мастеров прикладного искусства «Мир глазами земляков», которые проводятся в Ленинском районе с 2006 года. И очень символично, что их персональная выставка проходит в год культуры. 27 февраля 2014 года в ИКЦ состоялось открытие вернисажа «Живопись, графика». Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Народного художника России, обладателя золотого знака Международного фонда «Культурное достояние» Виталия Сергеевича Миронова видновчане знают уже давно. В 2007 году в историко-культурном центре состоялась его первая персональная выставка. Виталий Сергеевич, он не просто народный художник, который замкнулся дома и пишет что-то. Он передает опыт, знания, он преподает студентам. По стопам отца, художника и преподавателя пошла его дочь Ксения Миронова. Она пришла работать в школу искусств города Видное, преподает. Уже дети, которые у нее учатся, делают какие-то положительные шаги. И результат мы видим в выставке. Она проводит выставки. На выставке «Живопись, графика» Виталия и Ксении Мироновых представлено более 70 работ. Особое место среди картин Виталия Сергеевича занимает так называемый «Сухановский цикл». На полотнах запечатлены прекрасные виды знаменитого поместья. Я говорю, интересно очень в этих местах бывать, работать, все время присутствует вот аромат, дух того времени. Эта выставка меня вдохновляет на то, чтобы как можно больше это все сохранить и оставить это все нашим потомкам. Спасибо большое этим художникам. Произведения художника Миронова находятся в коллекциях художественных музеев и картинных галереях России, в частных собраниях нашей страны и за рубежом. Мы видим, что и у Виталия, народного художника, эта школа, она очень высокого класса, и сегодня вот можно уже с уверенностью сказать, что Ксения, его дочь, она впитала, видно, с детства это и вот это мастерство. Ксения Витальевна Миронова – член Союза художников России, работает в разных техниках исполнения. Ищу себя еще. На выставке присутствуют все-таки видновские мотивы, конкретно видновские, конкретно видно, потому что я очень люблю свой город. Считаю, что это самый красивый город вообще всего Подмосковья, ну и, наверное, вообще всей России для меня. Художественные работы, представленные на выставке, это любовь к своей земле. Суханово, Дедылдино, остров, Ака, Боровск. Такова неполная география мест на картинах Виталия и Ксении Мироновых. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.